Между тем, на Ближнем Востоке продолжается противостояние между Саудовской Аравией и Ираном. Накануне Эр-Рияд заявил, что введет новые санкции против Тегерана, если тот продолжит политику вмешательства в дела других государств. В то же время многие эксперты считают, что конфликт между страной двух мечетей и Исламской Республикой может быть полезным Израилю. Чем? Расскажет наш СОПКОР Динара Бектурова. Геополитическая ситуация на Ближнем Востоке меняется так стремительно, что самые квалифицированные эксперты осторожны в прогнозах. Владимир Месамед написал не одну книгу об Иране. Вот уже 20 лет он занимается изучением Исламской Республики. Говорит, в теории Израиль и Саудовская Аравия могут объединиться, что называется по принципу «враг моего врага – мой друг». Но на практике, даже если сейчас интересы стран совпадают, дружить евреи и саудиты не начнут. Если такое произойдет, то Саудовской Аравии придется поступиться принципам, так сказать, пан-исламской солидарности. Она вступит. До сих пор еще ситуация на Ближнем Востоке не столь благоприятна для нас, чтобы мы могли объединиться с такой страной, которая является как бы знаменем ислама. Но определенные, так сказать, шаги в этом направлении можно сделать, потому что вот та же саудовская инициатива, тоже решение, скажем, стран, которые находятся под патронажем Саудовской Аравии, начать движение навстречу Израилю, тоже открытие первых торговых представительств в этих странах бассейна Персидского залива. Все это говорит, что можно начать какой-то путь движения друг навстречу другу, но это так быстро не произойдет. Израиль пока ведет себя как зритель в кинотеатре. Усевшись поудобнее на последний ряд, с большим интересом наблюдает за происходящим на экране, а там разворачивается настоящая битва за влияние на Ближнем Востоке. По словам экспертов, казнь ведущего шиитского богослова шейха Нимра Аль-Нимра была лишь поводом, а корни противостояния между Ираном и Саудовской Аравией уходят далеко в историю. Еще 10 лет назад о переговорах Ирана и США не могло быть и речи, как и о сотрудничестве между давними неприятелями Тель-Авивом и Эр-Риядом. Но сделка шестерки с Тегераном перемешала все карты на Ближнем Востоке. Саудовская Аравия уже заявляла, что несмотря на отсутствие дипломатических отношений с Израилем, она готова предоставить еврейскому государству свое воздушное пространство в случае удара по Исламской Республике. Доктор Йоэль Гажанский работает в Израильском институте безопасности. На столе ворох бумаг, на полке книги только о странах Ближнего Востока. Он один из тех, кто прорабатывает возможные последствия конфликтов, подобным Ирано-Саудовскому. Последние годы почти все страны в регионе, прошедшие через перевороты и гражданские войны, стали зависимы от Ирана и Саудовской Аравии. И этот конфликт, естественно, негативно влияет на них. Израилю в это нельзя вмешиваться, он не часть этого конфликта. Я думаю, что единственное, что может сделать Израиль, это тихо поддержать суннитов в противостоянии с Ираном, так как Иран враг еврейского государства и неоднократно заявлял о желании уничтожить Израиль. Из-за Ирано-Саудовского конфликта оттягивается решение сирийского вопроса, что, конечно, очень тревожит Израиль. Но, как гласит еврейская поговорка, невозможно двум царям один венец носить. И в этом конфликте без слов понятно, сторону какого короля примет Тель-Авив. Динара Бектурова, Ярослав Ясаев, 24 KZ, Израиль.